Поделись впечатлениями от прошедшей игры. Все ли получилось, что запланировали? Ну, тактических наработок никаких не было. Только усилились двумя людьми. Экспериментальные четверки были. Сказалась несыгранность четверок, поэтому уступили. Соперник победил заслуженно. А как же поддержка болельщиков? Почему она не помогла? Ну, если бы не поддержка болельщиков, мы бы больше уступили, скорее всего. Лучшими на поле сегодня были болельщики. Они, как всегда, поддерживали нас. Очень приятно, что они приезжают, несмотря на победы и поражения. Скажи, пожалуйста, сказалось ли на результате то, что вашим талисманом стал игрок Гарпастному по совместительству капитан его, наш видеооператор и вообще просто хороший человек Константин Беляков? Сказалось ли это? Ну, его грамотные подсказки нам помогали на поле. Будем сыгрываться, и Костя нам поможет в этом тоже. Ошибки укажет, и все нормально будет. Почему именно он? Ну, он напросился, если честно. А так, он хороший человек, мой друг. Пригласили вот. А почему он выбрал «Энергию», а не какую-либо другую команду? Чем «Энергия» лучше остальных? Ну, это вы у него, наверное, спросите. Не знаю. Говорят, там все в Крыповник уходят, а вот он к нам пришел. Нам очень приятно, что он нас выбрал. А разве талисман должен давать подсказки? Он же должен бегать в большом-большом костюме, развлекать публику. Ну, вообще, мы его заявили как второго вратаря нашего. Так что, если проблемы с Виталиком будут, он встанет в раму, как всегда, с костылями, но все равно встанет. Но мы такие единые, что слушаем каждого болельщика, каждого человека, даже талисмана нашего. Вот. Отлично, спасибо тебе большое. Пожалуйста.